Это весовая здесь такая, да? Да. А здесь у вас что, зерноочистка? Да. Тут чистишь сенарата или? Файзер грубо. Почитали, когда такой карл складывать? Это грубо просто очищать. Это первичная очистка, да? Да, отлично. Вот здесь высыпаются, да? Да. Из машины. Чистится и здесь. И тут несколько блоков, да, стоит? Угу. И куда подается зерно? Редлер. А, вот это. Элеватор. Редлер. И склад, да, идет? Доима редлерна, гореем редлерна. И туда идет. Это у вас несколько складов, да? А вот это сиелка ваша, да? Да. И какие здесь катки? А, здесь рыхло. А, смотри, как я предполагал. Это закрывающие колеса, они много разрыхляют почву. Но... Мы теряем воду. Может быть, попробовать один, чтобы был вот такой зубчатый, а один гладкий? Попробовал. И что, не лучше, да? Не закрывается. Не. Саму со старой личкой сам пробовал 200 минут. В оригинал у тебя на вадер, что ты мотал не сам эту личку. Чёжики такие, он попробовал, не закрывает. Это точный высев, да? Да. Кукуруза, кукуруза и подсолнечник. Подсолнечник. И сколько ширина захвата? 16 лет. Но в целом ты доволен? Вот весной, когда сеешь. Да. По необработанной почве нормально сеет? Имеет недостаток сена. Что? Имеет недостатки. Имеет недостатки. Как всякая нас сеялка, има недостатки. Как каждая машина, как каждая сеялка имеет недостатки. Ска работе има там втулки, древние нечто, которые не са устойчивы. Няма живот, няма ресурс. Да. Он обещает, что там втулки очень часто надо подменять, потому что получается зазор. Ну, я думаю, что просто эта машина, она не предназначена, она не создана для прямой посев. Да, они там поставили гидроцилиндр. Но... Ну, поставили колтер, тоже вижу. Что по точности высева? То, что стоит 99%. Я смотрю, у вас трактор гусеничный. Почему гусеница? Для уплотнения почвы, уменьшение уплотнения почвы. А он новый. Смотри, вот это он сейчас, да. Ему не нужен. Как это называется? Грузы. Грузы. Грузы, да. Грузы он снял. Вот здесь грузы он снял. Сейчас это вообще не нужно. Когда будет наутилизм? Это да. Если это обработка надо... почвы, она нужна. Каждый нутиллер должен сделать вот это, снять все, что возможно. Почему выбрал этот трактор? Не топчет много почвы. Но есть другие марки с гусеницей. Почему John Deere? Сервис на 50 метров от меня. На рака расстояния. Северный центр находится на 500 метров. А. Да. У тебя не было вариантов, да? Да. Другие нет. Сиялка. Прямого пошива. Гаспар был. Исключенный пор просто. Механичное задвиживание. Очень простая механическая. Со стороннасыщением, со секшн контрол. Внесение удобрения. Она выключается, секшн контроль. Ну, он продал вот этот. Мой друг. Я очень благодарный. Он меня дал на доставные цены. Под доставные цены. А почему ты, что она тебя уже не устраивает? Нет, я очень нахален. Он очень нахален. Досадный. Большой досадник. Хочу, как ребенок. Молю тебя, Иван, подай меня. Я хочу конфетки. А как ты ее оценишь вообще, сиелку? Как ее оценим? Как ее оценим? Ну, нормально. Прямо другие. Ну, если сравнивать с Бодерстат, например. Разлика это его скорость на сене. Равняется скорость посева по сравнению с Бодерстат. Бодерстат быстрее сеет? Да, очень быстрее сеет. Это нормально. Всего около 10. Ну, здесь надо медленно ездить. 10-12. А Бодерстат с какой скоростью идет? 16-18. А ты стернишь, ты сел с Бодерстата? Да. Царевич, это сел с сколько километров? 18-20. Смотри, он в этой стерне, и это поля, которые мы смотрели, кукуруз,
Он говорит, что сел с Ведерштадт и сел с 18 километров в час. Я думаю, что... Если он что гледа, как бы всякие пролета, всички ты мисих писали. Он так сеет. Я думаю, что там, где не получилось, наверное, это... Да, может быть, надо попробовать медленнее. Благодаря скорости, да. Пробовал сам. Три години, четыре съезд. Не пробовал сам, выебавно и брзо. Няма разлика. Он говорит, что разница нет. Он пробовал. Нету во вдову начината, нету во зарана. А когда вот этой селкой сели, какие результаты были? Когда ты сел с беспарнуту, какие результаты на там? Същите результаты. Реально две селки сееха на едно поле. Разделях полето на две. Да, он сел рядом с одна и с другая селка. И результаты одинаковые. Качество одинаковое, да? Качество только та сеет быстрее, да? Не, бавно. Та сеет бавно. А, это он сеет, там сказал, 10-12 километров. А та? А другая, видишь, там 16-18. А качество одно и то же, да? Да. Ты выбираешь скорость. Ты берешь курсу. Да. Это трактор. Этот трактор он тянет вот эту сеялку деньги. И это 15 метров сеялка. 15 метров захват. За директ на сидба. Прямой посев. John Deere. John Deere, это видно. Семена удобрения. Има, да, с удобрения, да. Какая емкость бункера? Сколько? Мисля, че единия 8000 литра, другая 9. Один 8000 литра, другой 9000. Монодиск? Монодиск. Как он заделывает себя? Что ты скажешь? Я вижу уже опорное колесо. Как хороший семен. Ами според мен ги вкарва добре, когато карам с нормална скорост. Колко е нормално? Он говорит, что она хорошо сеет, когда работает с нормальной скоростью. А нормальная скорость для него? 8-12. А какую ты выбираешь, 8 или 12? Пайш берешь 8 или 12? 12. 12. Он любит. Я любишь Формулу 1, наверное. Обичам, да. Не обичам Формулу 1, но искам брзо да сварша работу. Много гектарий. Он хочет быстро все сделать. Трактор, какая мощность его этого? 620. 600 лошадиных сил? 20 лошадей. Справляется, да? Хватает? Да. Достаточно? Да, 12 километров без проблем. Предостаточно. Он работает с 400 грамм. Значит, 4 литра. 4 литра топлива на гектар. Вот с этой селкой, вот этот мощный трактор, да? Большой трактор, большая селка. 35-40% натварывания. Ну. А загрузка двигателя там 40% максимум. То есть он мог бы еще одну такую потянуть? Селка тоже для прямого посева? Да. Анкерная? Анкерная. Почему она стоит? Няма подходящие условия за работу. Он говорит, что нет подходящих условий. А какие же подходящие условия? Ами трябва да не суп. У нее лапка? Значит, он говорит, что надо почва будет влажная. Сухая почва, сухая почва не работает. Чупис. А, сухая почва, она ломается. Да. Иначе сам совершенно удоволен. Он очень доволен, но она не может всегда работать. 2 года она не работала. Она ждет влажные условия. Она работает хорошо по влажным условиям. А, ей нужны влажные условия, дискова будет стоять, а она будет работать, да? Детко, я чук не якорь. Ако има дъжд, би ли ползвала тая пред другата? Не, по друг начин да го кажем. Нали? Яко, нали? Детко? Почвата, когато е много сухо, почвата се става прекалено суха. И реално анкерната, когато почне да работи, почва да вари буци, това не е сидба, това не прави нищо. Тя само... Когда в очень сухая почва, мы сеем эту сеялку, она ломает большие комочки почвы. И это не сидба, есть семена, которые попадают там 10-12 сантиметров глубина. Не мой да направишь реально долбочина. Треба да си совсем нормальна почта, рохкава, как нормальные условия. Да, не као, аз в као не влизам да сея. В мокри почви не влизам да сея нито с дисковата, нито с анкерна сеялка. Для того, что он будет использовать эту сеялку, должно будет хорошие условия. Определенная влажность почвы. Весной. Весной. Весной.
Комбайны тоже на гусенице. Да. Сколько комбайнов? Три. И все на гусенице? Все на гусенице. 12 метров кедр. Жалко. У нас воды не нужно. На это я просхватил. Он работает без воды. Вот даже, в Украине... Даже бака нет у него. Не надо бака, не надо бака. Для нас от кислоты ловается воздух им, и тюзеп расплескивает все. И воздушный азот тоже. А ловает, и после этого. И у Ивана... И потом он вообще не использует гербициды, инсектициды. Да. Мы сейчас узнали, почему он не использует. Потому что он не любит их. Не любит. Да, почему не использует фунгициды. И нахуй. Почему он не использует фунгициды и инсектициды? Это чтобы не было соблазна, он убрал бак туда. Да. Нет. Его бака ломается. Ага. Почему она праздна? И воздух играет очень быстрее внутри. И он сказал, я тебя сдохну. Первая самоходная проскачка, которую я имею. Это в его хозяйстве первая самоходная. Как называется? Артик. У него спереди штанга стоит, да? Вперед. Штанга 44 метра. 44 метра. 5000 литров. И что, одного не хватает, а прислали, что вы второй купили? Недостаточно ти една прескачка, затова си купил втора. Не. Намалям времето за работа. Ох, это очень быстро все сделает. А это какая марка? Apache. Это американская Apache. Это уже более новые происходители, да? Да. Какие плюсы и минусы у одного, второго? Всяка си има и предимствата си има и недостатъците, като всяка една останала машина. У каждия опръскиватели е си предимства е си и недостатък. Как у сейлок тоже. Как и у сейлок, как и у трактора и компоновка. А вот какая компоновка лучше, когда спереди штанга стоит или когда сзади? Так и вот здесь я вижу сзади, а здесь спереди. Сзади. Сзади? Да. Почему? Когда пръскаме с гербициди и се усеща вътре в кабината. Попадает в кабину, да? Да, когда гербицидом не используют. Даже фильтры не помогают? Не помогает. Она слышно. Имеет активен выглен фильтр, угу. Но он не помогает. То есть лучше безопаснее, когда у вас сзади штанга? Да, а ширина захвата здесь такая же, как и в том? Нет, тазы 40 метров. 40 метров. Здесь 40, там 44. Угу. И не читай, да и до недра. И на тазе мога да и променям... кулета. Между ради там расположение колес он может увеличать и уменьшать. А, да? Когда прыскам царвица и санчуги. Когда подсолнечник и кукуруз он. А клиренс тоже разный у них? А можешь ее подвигать? Да, можешь. А? И да, подвигаешь? Да, и клиренс. А, не, можно? Не, можно? Не. Клиренс не могу. Нет. Он достаточен для кукурузы. Какой ему больше нравится? И ведь сами харесват, что он в спанстве. Да, если они стоят здесь, это значит, что и одна, и другая ему нравится. Но у каждого предимство и недостаток.